Приветище! Сегодня предлагаю поиграть в игру под названием «Симулятор агента по продаже недвижимости». О, Александр, Сережа, Иван, Владимир. Ну вот этот тип вот точно на Владимира похож. У каждого свои характеристики, смотри, денег у него столько, торговля такая себе, удача такая, скорость такая. У каждого все по-своему. Предлагаю выбрать того, у кого огромная куча денег. В наш случай это Александр. Сашка, Санек. Конечно же, тебя будут звать на самом деле не Александр, а Абрыган. Выберите жену. Я что, в Sims зашел, что ли? Какая жена, к черту? Я вроде как недвижкой собрался торговать, а не свою личную жизнь устраивать. Все девчонки, в принципе, симпотные, такое ощущение, что их нейросетка сгенерировала. Ну вот мне Юлька понравилась. Юля, Юльчок. Сократим ее имя до... Юла! Нет, подожди. Юла! О! Или нет. Юлынка. Хотел сократить, и получилось еще длиннее. Нельзя, прикинь. А нет, можно, все. У меня есть Юлынка. Абрыган и Юлынка, отлично. Туториал. Откройте чемодан и возьмите деньги. Ты кто? Ты кто такая? Это Юлынка, ты ли что ли это? Или с тобой все в порядке? Почему ты в каком-то в шоковом состоянии находишься? Что у тебя с руками? Почему у тебя как будто палец сломан? У тебя поломаны пальцы, я тебя бью? Ужас какой. Так, ну вот это Юлынка. Ну, судя по футболке, да, похоже, но... О, она пошла куда-то, она зашевелилась. Ем... Так, ладно, я... Она исчезла! Секунду. Мне страшно в этом. Какого черта у меня дома оружие делает? Его можно как-то взять? Давай сотрем это со стенки. Я губку достал. Приветики. Юля, привет. У нас тут кинцо есть про Бэтмена, Half-Life, о, Red Dead Redemption. Ничего себе, какие игры. Дом у нас пустой, что я тебе хочу сказать. Даже картины какие-то отстойные. Жена не занимается домом вообще, я тебе хочу сказать. Кухня есть, обалдеть. Все, это вся квартира? Ты куда побежала? Ты только вниз пришла. Берем, значит, чемоданчик. Что там у нас? Ёлки-палки, мы что, банк с тобой ограбили? Юленька, ты забыла включить свой ноутбук, что ты делаешь? Ёлочка! Так, ладно, я думал, что мне надо взять бабки. 42 тысячи косаря! Мы богаты, Юлынка! Юленька, мы будем сейчас обставлять свое жилье, мы устроим Sims, мы будем растить детей и праздновать день рождения и все такое. К черту этот симулятор, как открыть дверь, как мне выйти отсюда? Нажмите кнопку Tab, чтобы открыть и закрыть инвентарь. О, это я? Ну я же реально похож на Абрыгана. Хорошо, у меня есть, как у настоящего Абрыгана, кола, чипсы, пончик и немножечко картошки фри хрустящей. О, она смогла открыть дверь! Подожди, я тоже хочу с тобой зайти. Ух ты, елки-палки. Юлынка, а почему ты принимаешь душ в купальнике? А как мне теперь отсюда выйти? Блин, Юля, мойся быстрее, мне теперь не выйти отсюда самому. Я бесполезное фуфло, которое не умеет ручки дергать. Дверные. Юля, я могу тебя помыть, если что. Юленька, почему иногда волосы... О, сквозь стекло пролезают. Юленька, можно я тебя помою? О, она помылась, отлично, все. Спасибо, что открыла дверь. Кажется, я теперь понимаю, зачем мне здесь жена в этой игре. Узри же карту нашего райончика. Сразу, что мне бросилось в глаза, это казино. То есть бабки явно есть где потратить. О, я эту дверь могу открыть? Погоди, я научился двери? Нет, двери я не научился открывать. Фигово. Юлынка. Юлынка. Я ушел. Все, я работать. Отправляйтесь на остановку и путешествуйте куда угодно. А, я, кстати, живу напротив фермы. Тихо, чуть не сбил меня. Опасно, надо по сторонам смотреть, как и в реальной жизни. Вот это раритет. Рип. Просто взяли и закопали тачку. Сеть автобусных остановок, куда мне нужно? Какая нафиг автобусная остановка? Мне нужна тачка. Вау, барышня, здравствуйте, я могу с вами... Почему у них у всех лица какие-то стрёмные? Так, вот эту тачку хочу, вот эту хочу. 22 тысячи баксов, окей. Или, может быть, спорткар? Я все-таки молодой парень, 144 тысячи... Нет, до спорткара мне, конечно, далеко. Жигули на минималках. А нет, это Бэха. Это Бэха, 270 тысяч баксов, офигеть. Еще одна Бэха, универсал. Подешевле, но все равно бабла у меня не хватает. Походу, кататься я буду на пикапе. Как мне купить эту тачку? Девушка, помогите мне купить вон тот пикап. Черт. Видимо, пока я не покатаюсь на автобусе и не пойму всю свою ничтожность, автомобиль мне купить не дадут. Почему я бегаю, как настоящий брыган? Сбейте меня! Я не хочу ездить на автобусе! Да, прикольно.
О, есть магазин лошадей, ничего себе. Я могу до офиса доехать за 5 баксов. Хотя офис вот он, за углом. Нет уж, спасибо, я, наверное, поеду в казино. Когда находишь чемодан с деньгами, правильно, надо первым делом сразу же их спускать в казино. А у вас здесь весело. Че, к игровым автоматам, наверное, да? Дергаем рычаг. Минус 50, круто. Я хочу поднять бабла. Где мои 3 семерки? Минус 50. Я надеюсь, что жена не узнает об этом. Ух ты, я выиграл 25 баксов. Сверху появилась надпись «Иди домой, спи». Нет, ушки, так просто с деньгами не расстаются. Во что еще здесь можно поиграть? О, что это, покер? А здесь что, рулетка? Давай в рулетку попробуем свое счастье. Так, соточку хочу поставить на черное. Окей, погнали. Черная выпала. Я выиграл. А можно удвоить? Опять на черное, только побольше поставить. Черная, погнали. Черт, я просрал. 300 баксов. Ладно, выходим отсюда, все понятно. Идем играть в покер. Это же покер? Сколько ставим? Давай с большого сразу. 500. А, погоди, это 21, видимо. Это нифига не покер. Так, у меня, видимо, сейчас 20 очей. Вот это вот тут вот сбоку, да? Я же в 21 вообще не играл, не знаю. 28. Ну, я просрал, конечно же, конечно. Так, давай десяточку поставим. 10 тысяч. Давайте карту мне сюда. Че уж мелочиться-то? Шестерка. Хит. Десятка, еще один. 25. Я просрал 10 тысяч! О май гад! Меня жена убьет. Ладно, тогда давай поставим двадцатку. 18. Ладно, я пасую, все, у меня 18. У них 19, какого черта? У меня осталось только 10 тысяч. Ладно, 10 тысяч и 500, вот так вот. Чертово казино. Я просрал тут все бабло. 18 у них. Ладно, сдаю. У них 9, есть! Я победил. В смысле нет? Все, я просрал все бабки, серьезно? У меня осталось 390 баксов. Ладно, играем на все. Дама и... В смысле ноль? Вы просто взяли и забрали мои бабки. Я даже ничего нажать не успел. Так, доигрываем все оставшееся. У меня есть 90. Я все продул. Я все продул в казино. Как в реальной жизни. О май гад, у меня 10 баксов в кармане. Че делать? Пойду к жене. Жена, я дома. Я дома. Так, я могу взять ружье. Нет, не могу. Я хотел защищаться, если вдруг она психанет и захочет меня завалить. Жена, привет. Ты до сих пор работаешь с выключенным ноутбуком? На что я рассчитываю вообще в этой семье? Жена, надо поговорить. Мне нужно работать. Могу я поговорить с тобой позже? Что ты делаешь? Скоро. Что ты хочешь? В смысле, скоро. Ну ладно. Ты сегодня заработала денег? Можешь отдать их мне? А то я все просрал в казино. У меня есть немного денег, я могу дать тебе 500 баксов, спасибо. Для этого жены и нужны. Как ты заработал эти деньги? Так, я знаю, что с этими деньгами делать. Надо идти отыгрываться в казино. Ничему жизнь меня не учит. Привет всем, я вернулся. И я буду отыгрываться, конечно же, в 21. Потому что здесь самые высокие ставки. Давай по соточке буду вначале ставить. Король. У него дама 16. Давай возьмем еще одну карту. 22, блин, просрал. В этой игре главное не набирать больше, чем 21, но нужно набрать больше, чем у твоего оппонента. Вначале я ставил по сотне, потом по 500. Дальше уже по 1000. Причем бывало, что везло сразу же моментально. У меня выпадало 21, а если выпадает 21, ты выигрываешь сразу же. Когда я набрал 12 тысяч, я решил поставить уже 10 тысяч. Я как настоящий брыган просрал эти 10 тысяч. Легким движением руки. И вот, наконец-то, я поднял 20 тысяч. И тогда я решил поставить их все. 20 тысяч. И выиграл 40. Я вернул все свои бабки, ты представляешь? Но я решил не останавливаться на этом.
Жена, у тебя есть немного денег, а? Сейчас у меня нет денег. Приходи попозже. Ну ладно, увидимся. Блин, я жрать хочу.